Рад приветствовать вас. В сегодняшнем видео я вам хочу рассказать об одном программном обеспечении, называется AnyTwo от компании TenorShare. Хочу вам предоставить такую функцию, чтобы вы могли сменить местоположение на ваших iOS устройствах и даже на Android устройствах. Если вам интересно, досмотрите видео до конца, добро пожаловать на канал Apple Expert. Друзья, рад представить вам TenorShare iAnyGo. Это свободно изменяйте местоположение GPS без джелбрейка. В один клик, чтобы изменить местоположение фон Android в любом месте. Изменить местоположение до 15 устройств iOS, Android 1, ПК или Mac. GPS-джойстик для гибкого управления, управления движения, импорт-экспорт файлов, GPX для создания собственных маршрутов. Работает со всеми приложениями, основанными на местоположении, такими как Pokemon Go на iOS, WhatsApp iOS, приложение Fitness, Facebook и так далее. Совместимость с последними версиями iOS 16.6 и Android 14. Все ссылочки, конечно же, будут в описании под видео и в закрепленном комментарии. Ныряем и ознакомимся. Друзья, давайте быстренько ознакомимся с программным обеспечением. У нас есть 4 пункта. Первый — это у нас одноточечный режим. Второй — это у нас двухточечный режим. Третий — у нас это мультизадачный будет режим. То есть можно много точек выставить там. И последний — это режим джойстик, естественно. В этом режиме мы можем управлять в данный момент вот в Pokemon Go. Все, ничего сложного нет, как бы все в принципе доступно и понятно. Даем соглашение, наше устройство определяется. Все, мы видим текущую геопозицию. Что нам нужно дальше делать? Мы можем выбрать любую страну, любой город, нажать, подтвердить обязательно все обязательства, иначе это все не будет работать. Даем разрешение. Нажимаем, и все, мы попадаем в наше место назначения, как это было и задумано. Здесь мы задаем скорость, темп, и как, в принципе, наш персонаж будет передвигаться. То есть это не только для игры, это и в целом вообще можно применить. Будет отображаться во всех картах, как в Google Maps, так и в Apple Maps. Все круто. Приступаем к следующему подпункту. Это у нас двухточечный режим. Мы точно так же здесь определяем наши точки. Здесь можно выбрать транспорт, пешком, как мы будем, задаем скорость и прочее. Как только определились, выставляем точечки, нажимаем cancel и погнали. В принципе, наглядно все видим, что на устройстве у нас персонаж двигается и система полноценно работает. Приступаем к третьему подпункту, это мультизадачность, то есть многоточечный режим. Точно так же мы определяем нашу скорость, все там выставляем, как нам нравится, выбираем наши точечки, и все точно так же будет работать. Давайте мы наглядно сейчас уже расставим несколько точек, зададим конкретный маршрут, и мы с вами определим, в принципе, как это будет работать. Давайте даже поставим вот так вот впритык, как будто мы вернулись обратно, пошли по квадрату, точно так же вот здесь зададим скорость. Выберем точно, что мы идем пешком, средний темп, быстро, там, ну, примерно плюс-минус мы определим так, чтобы это было правдиво. И просто теперь нажимаем на то, чтобы начать движение. И все, в принципе, работает, все круто будет, точно так же применяется и работает у нас на устройстве. Как можете сами заметить, это действительно очень классная программа. Ну, смотрите, друзья, последний подпункт — это режим джойстик, работает точно так же. Опять же, мы задаем все те параметры, которые нам нужны, задаем скорость, ну и самим джойстиком начинаем движение. После применения данной функции мы можем управлять персонажем, как видите сами. Это все довольно-таки очень просто работает, никакого труда не составляет. Все буквально в несколько кликов, и данная программа отображается точно так же все на устройстве. Ну вот и все, друзья, все, что вам необходимо было знать. Если вас информация заинтересовала, в описании под видео есть ссылки и в закрепленном комментарии. Также напоминаю, что по данному промокоду вы сможете сделать себе скидку и приобрести данный продукт. Если у вас останутся вопросы, конечно же, задавайте мне в комментариях. Дальше больше, скоро увидимся.